Выиграть путевку в элиту мирового хоккея помогло выступление в экстралиге чемпионата Беларуси. Так прокомментировал победу в первом дивизионе планетарного форума главный тренер нашей молодежки Юрий Файков на итоговой пресс-конференции. Парни под его руководством, напомню, добились виктории в 4 матчах из 5 и завоевали право сыграть в компании сильнейших дружин планеты. Поединки же на внутренней арене позволили команде отлично подготовиться к выступлению на международном уровне, наладить взаимодействие и почувствовать партнеров. Поэтому неудивительно, что, по мнению директората чемпионата мира, лучшими в своих амплуа стали сразу 2 белоруса – Павел Воробей и Андрей Белевич. Играя в экстралиге, сборная У-20 была лишена длительных переездов, поэтому смогла полностью сосредоточиться на тренировочном процессе. Только в экстралиге тут мы все отработали, все наши нюансы, все моменты. Команда была подготовлена и физически, и морально. Мы просто поехали, всех смяли там и приехали. Наша команда была однозначно лучше и в плане индивидуально игроков, и в плане физическом. Чемпионат экстралиги, первая шестерка, это очень сильные соперники. Не прощают ошибок, то есть нужно как можно меньше допускать ошибок, и нам это помогло, потому что мы сыграли на чемпионате мира, допустили меньше ошибок, чем соперники, и победили.